Друзья, вот какая-то статуэтка стоит непонятная. Сегодня что-то народу никого, на улицу холодно очень. Вот такие вот каменные. Я не знаю, может, не статуэтка называется, вы хоть подскажите. Вот, ребята. Красиво смотрится, да, ребят? О, осень, смотрите, сколько листьев. Так красиво, только они все мокрые. Вот такая вот. Это я вам в тот раз не успела просто снять, где голубки здесь. И вот еще. Непонятный камешек такой. А эти желуди, что ли? Ничего не написано, ребята, и непонятно, что за каменные статуэтки. Как-то вот так вот. Ребята, вот я иду, иду, и все стоит. Привет! Стоит все. Два месяца, наверное, или месяц прошел, как я снимала эту улицу. Ребят, ну все, опять я сходила к машине. Иду назад. Хочу все-таки. Хотела лаваш купить, у меня один лаваш не продают. Вы представляете? Я в шоке, конечно, немного. Назад иду. Сейчас будем голубей кормить. Дом почетный гражданинки какой-то. Что-то это на улице, эту улицу уже так второй раз обошла, уже все дворы запомнила. Мне уже эта улица не интересна. А приезжаем каждый раз в одно и то же место. Вот так вот. Вот, друзья, листьев сколько много нападало. Это орешник или что? И вороны рядом летают. Что-то их здесь только много. А мы дорогой ехали, а там семечки еще подсолнухи не собрали. И вообще все поле черное в этих воронах. Вот такой вид, ребята, красивый, да? Ребят, смотрите, какую мусорку прикольная. Здесь как столик, шурму кушать. Но летом хорошо, сейчас прохладно. Друзья, вот взяла чизбургер или гамбургер. Я не знаю, я так хлеб и не нашла нигде. И вот решила сейчас голубкам дать покушать. Вон, видите, как хватает. Тут, короче, и сосиски, и майонез. Я не знаю, будут они кушать, не будут. Вот такое вот. Гуля-гуля. Кушают, ребят. Сейчас, наверное, налетят. Ребят, короче, вот сколько голубей прилетело. Все хотят бедные кушать. Нате. Все-таки я свою мечту исполнила. А! Кто-то напугал их. А, им бабушка вон корм дает. Они пошли туда все кушать. Представляете, ребята?
Из меня только он, одна или две осталось. Может, эти не улетят. Конечно, лучше, наверное, корм давать, а не хлебушек. На, тигульки. Вот, ребята, смотрите, видите, они как толпой. Мне надо тоже было пшено или что, семечки взять. Вот такая красота. Кушаю. Вот, ребят, посмотрите. Ну, конечно, такая толпа, но быстро съест. Они сейчас мигом все съедят. Обалдеть. Драка за еду. Конечно, очень все кушать хотят. Вот такой вид, ребята. Я оставила здесь пакет. Они сейчас, наверное, на пакет бедные залезут. Они, наверное, там уже все доедают. И сейчас ко мне опять пролетят. Гуля-гуля. Ой, хлебушек кушают. Правильно, молодцы. Голод не тетка и холод. На улице очень холодно. Ау! Теперь они ко мне все прилетели. Надо подальше чуть-чуть кидать. А то они меня съедят. Вместе с хлебом. Короче, видно, их давно никто здесь не кормил, ребята. У меня такое ощущение. Представляешь? Они там все съели, что ли? Им бабушка давала пшено или чё? Нашествие, ребят, на Любку. Смотрите, они даже к ноге прям. Я подальше кидаю, они все равно сюда бегут. Всего один кусок булки отдали. Эх ты, туда сюда прилетела. Тебе не досталось, что ли? Знаете, кушайте с этой стороны. Что вы так подпрыгиваете-то? У меня полный рот пыли. Да, давно, наверное, вас не кормили, бедные. Это ж моя мечта и исполнилась. Есть какой-то фильм, я его так тоже. Эх, кошка пришла. Брый! Я не тебе куш принесла, зараза. Ну все, всех голубок распугала. Правда, кошка нормально, не трогает еще голубей. Вот они как налетают сразу.